Такая удача бывает крайне редко. В Приморье удалось заснять самого редкого в мире дальневосточного леопарда. Животное попало на видеорегистратор одного из водителей. Хасанский район, где все произошло, входит в состав территории национального парка «Земля леопарда». Мужчина не ожидал, что леопард выбежит на дорогу. Местные жители считают, что в этом месте хорошо бы построить специальный тоннель для животных. Сам леопард, наверное, тоже был в шоке. Для него машина – это большая редкость. И он постарался побыстрее скрыться с глаз долой. Дальневосточных леопардов в мире осталось всего около 70. Этот вид хищных кошек находится на грани вымирания.